Добрый день. Хотел сегодня рассказать про циркулярную двушку от Сенксо, но не смог ее собрать, поэтому двушка пока откладывается. А другое что-то я протестировать еще не успел. И тут подумал, что давненько не было у нас шейп-модов 3x3. И мой глаз упал на бритву от Dianzheng. Не так давно эта компания возродилась. Стала выпускать интересные головоломки. Стереомагнитных ВЦА кубиков. Ну и там 8x8 присутствует, очень хороший. Сейчас тестирую. Уже девятка тоже продается. Так что если планируете покупать 8x8, не торопитесь. Стоит присмотреться к магнитным вариантам. Это головоломка без логотипа. Выглядит он вот так, современный. Но эта головоломка старая, и поэтому тогда еще модно логотипы клеить не было. Выглядит как параллелепипед, у которого в основаниях ромбы. В задачах ЕГЭ по математике такая фигурка присутствует по стереометрии. Ромб, у которого стороны известны. Ребро боковое наклонено на 60 градусов. И здесь тоже угол 60 градусов. Кстати, похоже. Я вот иногда своим ученикам объясняю эту задачу как раз на этой бритве. Блейд, значит, бритва. Ну, острая. Я уже как-то показывал эту головоломку в видео про вот этот шейп-мод от LanLan со сложным названием. Они очень похожи, собираются одинаково. Только здесь все закруглено, а здесь острое, ну действительно, как бритва. Ну и в перемешанном виде выглядит, конечно, страшнее. Несмотря на внешний вид, это всего лишь шейп-мод обычного кубика Рубика 3x3. Здесь есть также три слоя. 8 углов и 12 ребер. Центры стали немножко другими. То есть вот трехцветный центр. Они все трехцветные. Углы есть два больших, вот таких, похожих на классические. Этот и этот. И остальные 6, вот такие треугольнички одноцветные. Из-за чего может возникнуть псевдопаритет. Ну а ребра двух видов. Двухцветные, привычные, и одноцветные, как у Мастер Морфикса или у Аксиса. Головоломка что-то гремит, но она старенькая, возможно, что-то там запасная деталька какая-то есть. Вращение вполне такое приемлемое, собирать можно. Давайте перемешаем, соберем. Выглядит она в перемешанном состоянии, конечно, интересно. Так. Главное совмещать вот эти прорези. Особо не заедает, но надо быть внимательным. Ну, уже не особо узнать то, что было, и то, что стало. Так, на какую-то лисью морду больше похоже. Ну и давайте соберем. Начнем с какого-нибудь бело-синего центра. Здесь, кстати, вместо оранжевого цвета серый. Я уже перемешал, надо было раньше показать. Вот серый цвет, он вместо оранжевого. Остальные цвета стандартные. Вот возьмем бело-синий-серый центр. И к нему подведем 4 ребра. Из них 2, это серые и синие, будут к этим крупным сторонам. И 2 двухцветных, бело-синие и бело-серые. Нужно их все найти. Ну вот серые. Ведем в сторону. Вот, подходит хорошо. Ну, собираем крест, как на трешке. Дальше. Большое синее. Нужно подвести вот с этой стороны. С большой и синий. Подводим вот так. Не подходит. Есть нехитрый прием. Пускаем, поворачиваем и с другой стороны подводим. Два уса есть. Осталось бело-серый и бело-синие ребра. Вот бело-серые. Так, ну сразу видно по
по цветам, что нужно с этой стороны подгонять. Дальше бело-синие. Опять можем подвести вот так, но совпадать не будет. Надо развернуть. Крест пока неправильный. Ребра сами по себе к центру подходят, но нужно совместить еще вот с этими. Да, я здесь ставил ребра, пока не обращая внимания на боковые центры, но эти операции можно совмещать и собирать быстрее. Здесь видим серые цвета, значит у центров тоже должны быть серые цвета. Здесь цвета синие, значит у центров должны быть синие. Вот такое вот положение верное. Сейчас центры не совпадают с ребрами, будем их разворачивать. Как у всех шейп-модов. Поднимаем наверх, отводим в сторону. Большая серая сторона должна быть. Есть цветов много, ориентироваться очень просто. Так, здесь бело-серый. Центр. Так. Ставим. Здесь бело-синий. Ну и осталось здесь чисто синий. Отводим в сторону, разворачиваем, вставляем обратно. И вот теперь крест получается правильный. У нас даже одна пара встала на место, белая. Ну, у таких пар должно быть еще две. И вот сюда угол должен быть большой. Так как центры одноцветные и симметричные, ставить их легко на свои места. Давайте найдем серенький, вот этот. И делаем просто вот три хода от пиф-пафа, и он стоит на месте. Те пары, которые вот такие, их легко узнать, и можно ставить вместе угол и ребро. Вот синий, здесь синее ребро. Здесь синее ребро не одноцветное, оно двухцветное, сине-красное. А где оно? Оно вот здесь. Давайте их поставим вместе, используя F2L, но можно и без него. Так, неправильно сделал. Вот, сделали трехходовку, и вот сюда сразу их поставим. Готово. Большой пока оставим напоследок. И вот отдельно стоит серый уголок, и сюда нужно серо-зеленое ребро. Она вот здесь. Напомню, что очень легко определять, с какой стороны нужно ставить ребро, если его просто расположить над центром, потом наклонить. Если становится сюда правильно, в соответствии со вторым центром, то значит отсюда и ставить. Если с этой стороны попробуем, опускаем, здесь уже цвета не совпадают. Значит, нужно вернуть. Так. Отводим в сторону и стандартным алгоритмом из метода для начинающих ставим ребро на место. На всякий случай скажу, для тех, кто собирает кубик Рубика 3×3 не моим способом, то что всякие ромашки и лесенки на шейп-модах неэффективны, они разворачивают центры, и это сильно усложняет сборку, их использовать не надо. Остается здесь угол синий-серый, он вот такой. Ну, здесь можно попробовать вот так. Опускаем, цвет совпал, значит можно продолжать. Можем пустить с другой стороны, цвет не совпал, значит с этой стороны собирать не надо. Если ни с той, ни с другой, то можно сделать внутри пиф-пафа, либо аналогичный алгоритм, и все соберется. То есть если у нас цвет совпадает с этой стороны, мы просто продолжаем. Делать вот такой вот слэдж-хэммер, уголок становится на место. Сюда требуется желтое ребро. Проверяем, что с этой стороны оно с центром соседним совпадет. Значит, стандартный алгоритм. Включаем большую пару такую. Ну и закидываем ее на место. Вот два слоя собраны. Дальше собираем крест на верхнем слое. Он такой разноцветный. Мы видим, вот одно ребро совпадает с центром. И, вероятно, оно правильно ориентировано, раз совпадает со вторым центром.
Здесь можно делать двумя способами. Это сначала расставить по местам, потом проверить ориентацию, решить ее и расставить по местам заново. Либо здесь удобно сразу проверить ориентацию, но здесь придется покрутить немножко. Вот этот хорошо стоит, проверяем. Вот это. Видим, что это ребро с этим центром не совпадает, значит оно развернуто. Запоминаем это. Вот это зеленое с боковым центром совпадает, значит ориентировано правильно. И осталось красное, оно не совпадает. То есть у нас неправильно было ориентировано красное и вот это красно-желтое. Вот эти два неправильно ориентированные, а вот эти два правильно ориентированные. То есть это галка. Ну и просто решаем галку, как в 3 на 3. Я предпочитаю здесь в фрейд-модах обратный пиф-паф использовать, так как движений меньше. Теперь все ребра должны быть правильно ориентированы. Ну, на всякий случай проверим. Это правильно. Это правильно. Это правильно. И какой там еще зеленый, тоже правильно. И расставляем их по местам. Вот у нас одно с центром правильно располагается. Ну и вот эти три будем переставлять. Чтобы переставить против часовой стрелки, используем обычную рыбку. Если надо в другую сторону, то можно использовать левую. R, U, R штрих, U, R, U2, R штрих. И вот у нас все ребра собраны. Осталось переставить углы и в конце при необходимости развернуть большой, так как разворачивать вот эти маленькие не требуется. Вот эти три угла, опять же, стандартным алгоритмом с 3 на 3 будем переставлять. Ну, у нас вот это должно пойти сюда, то есть в эту сторону. Можем либо, давайте два раза, стандартный алгоритм из метода для начинающих. R, U-штрих, R, D2, R-штрих, U, R, D2, R2. И повторяем. Либо можно было сразу сделать обратный алгоритм, и все это решилось бы с первого раза. Делаем второй. R, U-штрих, R, D2, R-штрих, U, R, D2. Ну и R2. Напомню, что верхний центр должен находиться перед нами. И вот остался один угол, который надо развернуть. Он может сразу встать правильно, а может вот как здесь. Ну, чтобы развернуть один, у нас нет таких возможностей. А зато мы можем развернуть два. Один вот этот, а другой какой-нибудь одноцветный, ориентация которого не важна. Располагаем верхний центр, желто-зелено-красный, сбоку. И делаем пиф-пафы, как в кубике 3 на 3. Делаем пиф-паф до тех пор, пока вот этот уголок не развернется. Это будет 2, либо 4. И оставшиеся 4, либо 2 на одноцветном. Начинаем. Первый пиф-паф. Второй пиф-паф. После двух проверяем. Видим, тут цвета не совпали. Значит, еще два. Один. Второй. Видим, все совпало. Подворачиваем одноцветный на то же место. И доделываем до тех пор, пока все не восстановится. Это два пиф-пафа. То есть в сумме должно быть 6. Один. Второй. Ну и докручиваем. Все. Бритва собрана. Кубик бритва от Диан Шенк. Забавная, не очень сложная головоломка со своими особенностями. Если у вас есть вот такой ромбовидный шип-мод трешки от LanLan, то такой покупать можно только ради формы. Она все-таки красивая. Ну и пугать знакомых. А так функционал у них одинаковый. Просто здесь все более сглаженное и мягкое. Вот такая вот интересная головоломка. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.